Центр мониторинга общественного порядка на подведомственной территории открыт в дежурной части 1-го отдела милиции УВД по городу Сухум. Новый пункт контроля и реагирования посетил заместитель министра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадо. Полковник Чкадо проинспектировал работу специалистов, отметив, что территориальная локация общественного мониторинга играет первостепенную роль в принятии управленческих решений с целью оперативного реагирования на все правонарушения в районе. Дежурная часть отдела милиции нового района оснащена устройствами мониторинга при спонсорской поддержке. Торговый дом «Рубин» предоставил экраны. Интернет-провайдер «Система» обеспечил бесперебойную трансляцию видеоизображения с веб-камер, установленных на ключевых участках одного из самых густонаселенных районов столицы. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан является приоритетным направлением деятельности всех территориальных подразделений Министерства внутренних дел.